Привет, уважаемые подписчики, привет, друзья и гости канала. Прошло, значит, полтора месяца после того, как я заказал себе инструмент из Китая. И вот сегодня мне пришли посылки, как можно видеть, три штуки. Сейчас мы будем их распаковывать и смотреть, что же нам прислали китайцы. Так, начнем вот с этой. Посылка первого класса с Декалтай. Здесь я заказал в подарок товарищу такой замечательный набор пинцетов. Вот такой вот чехольчик тряпочный на липучке. Вот такие вот пинцеты маленькие за 416 рублей. И сколько-то копеек. Вот. Пинцеты абсолютно тоненькие. У меня товарищ занимается ремонтом компьютеров. Ему они просто необходимы. Я ему решил подарить на день рождения данный наборчик. Когда он пришел немного позже, чем ожидалось. Но все равно, я думаю, человеку будет приятно. Так что это вот первая такая вот посылочка. Так, следующая посылка — это резцы. Ребята, отрезные резцы. Державки отрезные 12 на 12. В таких вот синих коробочках написано Precision Tools Made in China. Вот, можно заметить. Значит, в комплекте шестигранник. Такой вот целлофановой упаковки запаковано. И, собственно, вот она, сама державка. Вот. Название у нее MGEHR 1212-3. Троечка обозначает это ширину пластинки, которая будет сюда вставляться. То есть 3 мм пластинка будет. Изначально заказывал 2-миллиметровые. Но так как 2-миллиметровые пластины довольно дефицитные, я попросил продавца, чтобы он мне положил 3-миллиметровые. Он, конечно, это сделал. И вот мне пришло две державки таких отрезных. Они абсолютно одинаковые. На одну из них я уже поставил пластинку. Сейчас покажу. Пластинки пришлось купить. Потому что, уважаемые китайцы, никак не хотели мне положить в комплект пластинки. Вот как выглядит, собственно, резец с пластинкой. Вот она, сама пластинка. Поджимается вот этим шестигранным болтиком. Сейчас покажу, отверну. Все, в принципе, просто. Поворачиваете и достаете пластинку. Вот такие вот пластинки используются на данных резцах. Ну, резцы очень удобные. И не надо никаких фрезеровок придумывать. Ставь и работай. Вот такие вот два резечка мне пришло. И, ребята, наконец-то третья посылка, долгожданная. Это мечик и плашка. 12 шаг 2, левая трапеция. Вот такой вот коробочке мечик. И вот в такой вот коробочке плашка пришла. Шло очень долго. Может быть, из-за того, что там сейчас в Китае коронавирус. Может быть, из-за этого, а может, просто долгая доставка. Значит, открываем плашку, смотрим. Написано Т12Х2 и китайский иероглиф. Снизу какой-то значок завода-изготовителя. Ну, плашка на вес тяжеленькая. Внутри резьба замазана какой-то смазкой типа солидола. Китайский солидол. Ну, выглядит добротно. Потом будем смотреть, как она режет. Так как я собираюсь ремонтировать винт поперечной подачи вместе с гайкой, заменять другие, делать, поэтому мне пригодится эта плашечка. И коробочка очень удобная хранить. Мечик никаких
Хотя нет, вот здесь вот что-то написано. 12 написано. И какие-то буквы. Вот он, собственно, сам мячик. Такой же, как на картинке. Здесь у нас надписи. Не фокусируется. Вот. Отсвечивает. Написано. Вверх ногами читаю. 12x2 LH HSS. Выглядит вроде как бы тоже добротно. Нет никаких лишних заусенцев. Будем пробовать резать. Когда буду резать резьбу, выточу гайку, буду резать резьбу, вам обязательно покажу, как мячик работает. В общем, ребята, вот за вот это вот добро, вот мячик и плашка, обошелся мне 2033 рубля. Заказывал я у одного продавца, он как бы комплектом получается, идет плашка и мячик. Потому что по советам в комментариях и у многих, у кого смотрел видео, говорят, что лучше заказывать у одного продавца. Значит, за державки. Две державки мне обошлись что-то в пределах, по-моему, 600 рублей. Без пластинок. Пластинки пришлось докупить отдельно. 150 рублей стоит одна пластинка. Это наша розничная цена. Я думаю, что в принципе это не так дорого. Пластинка двухсторонняя. То есть одна сторона затупилась, ослабили, перевернули на 180 градусов и работайте второй стороной. Ну и пинцетики я уже показывал, еще раз покажу. Вот какие здесь есть пинцеты. Вот такой вот кривой есть, такой кривой пинцетик, вот такой вот плоский пинцетик. Они все подписаны. Очень удобный, такой приятный на ощупь чехольчик. Ну, нитки, конечно, торчат вот здесь вот. Ну, я не думаю, что это критично. За такую цену у нас, наверное, не купить. У нас, если и купить, то это будет, наверное, стоить раза в два дороже. А так, в принципе, 460 рублей. И как бы вот он, удобный такой чехольчик с ручечкой. Ничего не будет теряться. Но я думаю, что товарищ оценит данный подарок в полном объеме. Ну, тоже написано вот Made in China. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии и бейте в колокол, кто не бил в колокол. Всем спасибо, всем пока.